Всем привет, с тобой «Ведьма без правил». Давай посмотрим такой расклад на твоего мужчину. Можно смотреть и на бывшего, да? Помните, это один расклад, один вариант. Он может отыгрываться не у всех. Держит ли он на тебя обиду? Можно смотреть на настоящего, можно смотреть на бывшего, неважно. Загадывая мужчину, называем имя мужчины и поехали. Держит ли он на тебя обиду? Здесь сразу загадали бывшего. Ты знаешь, он пытается как-то уйти в работу, но обида тут есть. Он пытается как-то ее заглушить в компании своих друзей. Обида однозначно есть, конечно, вы как-то сделали ему больно, может быть, как-то на словах его задели, да? Да, здесь обида есть, тут она присутствует. Он пытается, как будто, вы знаете, встречами с другими ее как-то заглушить. Но думает о вас, переживает, борется со своими эмоциями. Очень сильно думает. И вот по картам, может быть, он объявится. Но однозначно обида присутствует, и он пытается как-то ее заглушить.